Всем привет! И это у меня видео будет для влога моего. Давно не снимала, чем же занимаюсь. У меня сейчас очень много проектов. Итак, все они на стадии начальной. Да? Так, вот это данный момент обложечка идет вот для этого проекта. Это проект в Инстаграме с Еленой Босс. Проект ЗРС, бюджетный этап, нужно уложиться в 100 рублей. Выбрала я вот такой вот набор бумажки от Артузора, 15 на 15. И хочу сделать так, тканюшку. Вот такой вот кусочек покажу. Вот. И также вот серебряную ленту, не знаю, подойдет она у меня, нет. Наверное, больше золотая подошла, но у меня нет золотой. Может быть, найду все же. Думаю, что золото, потому что здесь с золотом бумага. Вот. Также вот у меня остаточки от того, что я сделала окошечки. В этих окошечках будут помещаться фотографии. Вот. А из этих остаточков вот кружочки такие красивые получились, но я из них буду делать вырубку цветочков и буду делать цветочки. То есть идея в том, чтобы уложиться в 100 рублей. Но я думаю, что вот наборчик где-то, но мы договорились, что такой набор 15 на 15 стоит где-то 40 рублей. Получается, мы не считаем картон, мы не считаем бумажку, 20 стоит мы не считаем. Вот. И ткань, ну кусочек мне хватит, то есть какой-то у меня 15 на 30, ну ладно, 20 на 35, да, 20 на 35 кусочек. Ну я думаю, рублей ну 30-25 он стоит. Вот, и завязочка там рублей 5, да, допустим. Вырубку мы, я буду делать из той же бумаги. То есть я на нее не потрачу, считается, денежку. Вот, единственное, ну, как бы, ну, можно небольшой за труд, небольшую сумму прибавить, да. Вот, и я надеюсь, из всего этого не буду, ну, вернее, получится у меня альбом в рамках 100 рублей. Вот. Не считаем это также краски, поэтому я буду брызги на образ добавлять там. Посмотрим. Вот, также из голубой я буду вырубать листочки. То есть листочки, все это из одного же набора бумаги. Вот, также у меня вот здесь идет нарезка на проект. Так, все вылетело из головы. Снеговичковые забавы, по-моему, это от Scrap Money. У меня тут уже все только нарезано. Не могу никак приступить, хотя уже четвертый этап. Вот, также у меня вот будет снеговичок на обложке, я уже решила. И обложку тоже я уже вот приготовила. Вот. Ну, все на стадии заготовок. Также здесь цветочки я их делала. То есть полностью приготовила вырубку. Вырубку. То есть вот все это я приготовила. Все это лежит на заготовительной стадии. Вот. Ждет своего часа. Также делаю на заказ вот такой вот альбомчик. Странички у меня. Альбомчик 16 на 20. На 4 разворота должен был быть альбомчик. Но у меня есть готовый переплет. И он на 5 разворотов. И я желаю сэкономить время и применить уже готовый материал, готовую заготовку, да, переплета. Придется мне 5 разворотиков делать. Вот, ну я думаю, это только плюс, он пойдет бонусом уже, потому что это как бы мое желание добавить лишний разворот. Вот, я думаю, мы от этого не проиграем. Начал как бы проект ПДД город, но я уже его, да, не могу показать. И также вот сегодня сделала такой лэпбук для детского садика. Он тоже уже закончил, он у меня уже в принципе подсох. На тему здоровья, валиология, здоровья. Вот, то есть тут зарядка, все закаляйся, правильно питайся, вот, и так далее. И также вот знакомимся с частями тела. То есть делаю все параллельно. Вот также у меня тут еще на столе мой красивый букет. Вот сейчас покажу, у меня какие завалы, кстати говоря. Вот.
То есть вот тут один проект. Ничего не по коробкам, потому что вынимаю, что-то тут дорезаю, тут делаю цветочки опять в этот же проект. Вот здесь стоит, который сейчас вот тоже делаю дальше. Следующий проект сюда делаю, ставлю. Вот. И также приготовила, возможно, буду вот этот вариант делать. У меня нет сейчас на данный момент мужских работ, но чего-то пока вдохновения не хватает. Вот. Вот эта вот куча. Это работа. То есть я сюда добавляю обрезки, все, что у меня идет из проектов. Потом достаю их и из них вырубаю цветочки и так далее. Вот. Также вот здесь стоит мой красивый букет, который уже готов. Вот этот букет из конфет. Я его сделала, мне очень понравился. Сделала практически, ну, не знаю, 2 дня ушло. На самом деле, немножко сначала через силу делала, вот, потому что хотелось просто сделать и отделаться, а потом втянулась и понравилось. Вот, на самом деле, сделала заранее, чтобы он меня не отвлекал, не тянул за душу, как говорится. Ну, то есть, срок еще отдавать его не подошел, поэтому он меня радует здесь и радует мой глаз. Вот так же фотографии вот здесь я, потому что замеряю по ним подложки. Мой новогодний тут еще торчит. И также мой мишка вот здесь вот. Очень мне нравится, я вдохновляюсь. Он такой, не знаю, мишка плюшевый, очень люблю мишек. Вот. Ропсы здесь, потому что я их использую тоже, где я их использую, вот в том проекте. Вот здесь ножички, потому что тоже мне нужны. Вынимаю, достаю, опять вот так они, кстати, у меня хранятся. Можно подумать, что как бы беспорядок. Вот, на самом деле, все по папочкам разложено, и я знаю, в какой папочке какая тема, где мужская, где рамочки и так далее. Вот, поэтому мне удобно. Вот, а здесь вот тоже ножички, которые я сейчас вырубаю на стуле. И здесь я ставлю машинку уже на столе, ну, то есть лежат какие-то тоже проекты, а вот здесь на стуле я рядом вырубаю. Так что вот такой процесс у меня. Немножко даже так вот. Хочу вот здесь полочки сделать, пока у меня просто стены. Вот такие голенькие пустые стены, но пока мне нравится. Вот только что делала не так давно этот свой уголочек, ну, пару-тройку месяцев назад, наверное, да? Вот, попросила, конечно, я мужа здесь полочки и розетку. Розетку вообще основа, у меня нет здесь розетки. Это большой минус. Вот, машиночка у меня тут маленькая стоит, еще большая под столом. Вот, и розетки нет, и приходится куда-то бегать, сушить и так далее. Вот. Пока не делает, говорит. Ну, в общем-то, надо как-то его просить здесь посидеть. За какой-то работой освободить место. Ну, вот проекты вот эти вот уберутся. Я их все одновременно закончу, я думаю. И здесь будет порядочек. Порядок у меня иногда бывает. Вот. Даже вот здесь коробочка, тут всякая вырубка. То есть я сейчас работаю как раз на проекте, минусовала туда всю вырубку, которая мне нужна. Потом это тоже все уберется, когда проекты эти завершатся, и будет насовываться что-то другое уже. Вот. И вот как-то мне надо говорить, чтобы он здесь сделал мне розетку и полочки, чтобы я выставила здесь свои работы, тоже смотрела, вдохновлялась. Вот такой вот влог. И еще один проект я совершенно забыла показать, потому что у меня лежит отдельно. Вот такой вот проект. Так, «Снежные истории» от Чиборта, производителя, да, скрабика. Исправно называю. Надеюсь, что не ошибаюсь, а что уже на самом деле первый час ночи. Вот. Тут такая вот нежнятина. Так, вот такие вот кармашечки здесь. На самом деле, вот негатив даже здесь использовал. Цветочки свои ручной работы. Вот здесь вот такая вот тоже прелесть. Самой нравится. Здесь конвертик с аптечком. Все дела. Фотографии. 10 на 7,5. Вот здесь еще второй разворотик у меня. В общем, прям кайфую, релакс и восторг от этого проекта. Просто очень нравится, ни разу такого не делала. Вообще, все, что касается таких вот тряпочных штучек, типа, как это называется-то, ну, ежедневников, блокнотов, немножко по-другому они как-то называются, то есть какие-то вот мягкие штуки. Вот вылетел с головы. Вот это мягкий альбом. То есть на мягкой основе не бумажная, здесь, а тряпочная основа. И все такое вот бахромистое, с такой нежнячей, мягкой. Вот. Вообще обожаю. Правда, у меня ни разу еще не заказывали. Так, ну вот. Прошла я обложечку. Пока еще оформлена она не до конца. Здесь еще будут цветочки, которые вот я еще не сделала.
листочки, возможно. Ну, в общем, вырубка будет. Ну, в принципе, так красиво. Вот сзади вот так вот выглядит. А все-таки этот же шнур, который я выбрала, серебряный, другого у меня нет, но блестит, блестит. Вот, сейчас клею перебьет. И оставлю сохнуть до завтрашнего дня. Сейчас уже почти 2 часа ночи, и поэтому буду на сегодня заканчивать. Вот, в принципе, мне осталось делать цветочки, вырубать, вот такая. И потом уже декор и вклеивание страничек. Можно сказать, ну да, можно, в принципе, и сзади, наверное, сделать такой блокнот. Ой, блокнот, альбом. Вот. Как бы вот сказать то, что хотела. В принципе, у нас проект бюджет 100 рублей. Вот. Посмотрим, что на выходе будет. Я использовала фанюшку. Кусочек где-то 20 на... 20 на 35, получается, да? Ну, обрез 30, да, возьмем хотя бы его. Вот также у меня был кусочек вот такого вот обрезочек ткани. Вот ткани, не знаю, кожа, да, ткань, что-то такое блестящее. Здесь кусочек небольшой. Но все-таки думаю, то, что он все равно рублей 20-30 стоит. Также обрезочек от занавески. И поэтому в бюджет не входит. А также кружево с AliExpress. И вот покупала я его в районе 50 рублей. Вот за весь отрез. И где-то четвертую часть вот из этого отреза я взяла. То есть тоже довольно-таки недорого. Карточки из этой же коллекции. Вот здесь еще бабочку вырезала из другого набора. Я думаю, рублей 5, да, может быть, даже меньше. Также вот две таких надписи нашла. Ну, вот. Из этой же коллекции, да, и что еще? Вот здесь есть еще карточка The Best. Думаю, я ее вырежу как надпись, потому что карточки не предусмотрены у меня. И такая вот еще надпись. Наверное, тоже вырежу как надпись. Вот, все это будет из того же бумаги, из той же коллекции бумаги. И все для того, чтобы сэкономить опять-таки бюджет и вписаться в эту сотку. Вот. Ну, я довольна, в принципе, подложка очень крутая, так получилось. Вообще они на 100 рублей выглядят. Вот, но на самом деле, смотрите, мы не учитываем картон, мы не учитываем картсток, мы не учитываем клей, ножницы, нитки, иголки и так далее. Если все это складывать, естественно, это все не 100 рублей будет. Вот, но мы не берем расходники, а используем как само собой разумеющееся. Едет. Вау. Wow.